І пам'ятають твій погляд я, відчуваю твій запах я. Привет, меня зовут Алексей Дорошенко. Сегодня мы будем играть концерт, и вызвучивать нас будут прекрасные микрофоны фирмы Льюи. Вот, пожалуйста, посмотрите на эти чудесные микрофоны. Честно говоря, я очень сильно доволен ими, поражен и убит наповал. Так что будем их пользовать, будем их юзать. Смотрите дальше. Я познайомив наших хотел, нехай розкажет, но більше я. Привет, меня зовут Валико, я техник Леши Дорошенко, друг Река. И хочу сказать, что сегодня мы попробовали микрофон Льюит и очень понравились. Во-первых, по звучанию. Не уступают другим брендам, скажем так. И очень понравился микрофон для бас-барабана. В нем внутри встроены две головы. И очень удобно, можно так сказать. Физически один микрофон, а сигнала два. Там пятипиновый разъем идет. Вот. Очень понравились крепления. Продуманные, можно так сказать. Видно, что концертные кубы. Техники, видимо, подсказывали, как сделать крепление, потому что крепление крепится на обод и не на стойке. Это удобно, раз. И микрофон неплохо можно покрутить, так как удобно поставить ниже, выше. И дает массу вариаций настройки. Снять как бы и пониже, и повыше для джаз-исполнителей. То есть вариантов полно. Ну и так можно сказать про конденсаторные микрофоны, довольно чистое звучание, неплохо снимать железо. Ну и так, в принципе, нужно пробовать. На вкус и цвет товарищи разные. Нам понравилось, спасибо. Здравствуйте, меня зовут Алексеев Андрей, я звукоинженер группы «Друг Река». И хочу сегодня вас познакомить с новыми микрофонами. Честно говоря, первый раз сегодня на этом концерте мы их тестим, пробуем, я их первый раз слышу. И на самом деле первые впечатления очень-очень положительные. Могу сказать, что первые чудесные наши каналы обычно заняты бас-барабаном. Что могу сказать, они практически сегодня в линии. Это очень радует. У нас чудесная акустическая система. Прекрасный зал, но микрофон на самом деле радует, потому что в большинстве случаев приходится их как-то кардинально крутить, вырезать, разрезать. Сегодня это практически линия. Микрофон, он двухкапсульный, он состоит из динамической головы и конденсаторной. И то звучит прекрасно. Касательно остальных микрофонов, оверхедов, томовых микрофонов, все передается детально, все прекрасно слышно и чудесно нравится. Поэтому могу советовать, могу говорить, пробуйте. Они в ценовой категории может быть чуть-чуть выше, чуть-чуть классических барабанных сетов микрофонов. Но я думаю, что пробуйте, вам понравится, приобретайте.